первенство Владимирской области, вторая группа, Добрыня, Металлург 2, 2-2, ничейный результат. Очень активная игра, очень активно события развивались в последней пятиминутке, два гола в разные ворота. С нами Андрей Костров, как капитан, давно травмирован. Андрей, первый вопрос, как здоровье? Как себе? Да, потихоньку, да, поправляюсь, стараюсь восстанавливаться с тренером, то есть обговариваем процесс восстановления, возвращения. Вот, если как бы все нормально пойдет в этом сезоне, как бы планирую, держу в голове, что восстановиться, но Иван Андреевич как бы бережет, говорит, что не надо, как бы, вот, главное восстановись, потому что еще впереди много-много сезонов у нас. Сегодня посмотрел игру, да, с трибуны, и я помню, ты был в Орше, там 0-3, здесь 2-2, в принципе, теряем очки и там, и тут. Скажи, как с трибуны смотрится игра? Ну, игра, честно скажу, неважно, ну, ребята, видно, стараются, игре отдаются, но ошибки приводят к голам соперников. Ну, не хватает нам, во-первых, глубины состава, усиления скамейки людей, и не хватает, костяка, так сказать, основного состава, вот, людей. Либо ребята пришли, как бы, да, имеем, что имеем. Стараются, но где-то не хватает. Это где-то приводит к поражению. Ты был столпом обороны в том сезоне, когда выходили во вторую группу. Сейчас от того состава остался сегодня один Антон Зайцев. Парф получил красную. И сегодня играли в 4 защитника, что интересно. Да, как тебе вот это перестроение? Является ли это следствием какой-то кадровой проблемы или игровая все-таки? Как думаешь? Скорее всего, все-таки больше игровая, но кадровая там не меньше, да, в этом присутствует. Да, Антон, Парф, как бы, да, красную получил. Ну, ребята молодые, но они ошибаются. В обороне, конечно, непростительно такие ошибки. Даже сегодня мы видели ошибки, да. Вроде Скворцов там давно играет, ну, игрок ошибся. Ну, у всех бывают ошибки, но, как говорится, в обороне они просто непростительны. Если где-то в нападении не забил, да, там, как бы страшно ничего не случилось, а в обороне пропустили, это уже беда. Поэтому получилось так вот. Также сегодня перекочевала капитанская повязка, вице-капитанская, да, повязка от Димы Чванькова к Антону Зайцеву. Как ты думаешь, оправданный ли это выбор? Ну, и скажу так, голосовала команда, мнение принимали всем коллективом, тренерский штаб принимал решение. Ну, раз такой команда приняла решение, значит, оно обосновано, значит, игроки видят так на поле ситуацию, потому что они играют, варятся в этом. Да, я не так давно к команде, грубо говоря, присоединился в тренировочном процессе, вот, на игры хожу, их стараюсь подбадриваю. Ну, я думаю, Диман как бы все-таки тоже молодец, он руководил командой как мог, да. Вот. Ну, если коллектив выбрал, значит, оно есть на то решение такое. 2 раза получили по 0-3, да, я даже картинку в интернете рисовал, 2 банки из-под Пепси и Кока-Колы, да, что 2 раза по 0-3, довольно тяжелые выезды. Сейчас игра дома, да, при своих зрителях, все-таки при большем количестве игроков в команде, с большей скамейкой. 2-2 тоже, в принципе, игра-то складывалась в нашу пользу большую часть времени, да, сейчас получается так, что потеряли очки. Скажи, может быть, общаешься с ребятами, какой настрой вот именно после 2 раза по 0-3, как себя собрать в кучу и выйти на улицу? Ну, мы стараемся, мы на тренировках общаемся между собой, общаемся коллективами, тренер с нами проводит, да, беседы, мы стараемся, мы прекрасно, каждый понимает в этой команде, что нам надо собраться, нам надо реабилитироваться перед болельщиками, на нас смотрят дети, на нас смотрят и взрослые, нас поддерживают, за нас болеют. Даже когда я был на травме, да, я ощутил это, мне колоссальную поддержку команда оказала. Вот. Болельщики там даже, вот просто люди писали, я даже их не знаю, что там, давай выздоравливайся, поправляйся. Вот. Поэтому в команде мы, я думаю, сделаем разбор, да, этой игры, вот у нас понедельник будет. Разберем все ошибки. Я думаю, мы сделаем выводы, мы стараемся делать выводы. Команда старается, но где-то в техническом плане немножечко мы не дотягиваем до не то, что уровня второй лиги, а до уровня побед, так скажу, в каждом матче. Вот это вот то, что не дотягиваем, это проблема больше игровая или психологическая? Это проблема игровая. Игровая в плане, ну, не хватает, да, вот нам технической.
говоря, превосходство в отдельных линиях, допустим. То есть в обороне, да, там Антон Зайцев, он один, да, ну, как бы пар старается, молодец, ну, где-то вот не хватает, где-то вот не хватает. Всегда вот что-то чуть-чуть где-то, оно вот не хватает, приводит к таким вот обидным поражениям, особенно сегодня. 2-2, ну, команда хорошая, Металлург, но Добрыня явно это не уровень Добрыни. Добрыня, я считаю, что сильнее на голову. Ну, сегодня мы оказались равны. Заглядывал ли в турнирную таблицу? Последний вопрос, да. На своем ли месте Добрыня находится? В турнирную таблицу заглядывал, да. Если посчитать по потерянным очкам, мы явно должны быть в тройке. Я считаю, что не на своем. Я считаю, первая тройка – это наше место, да. Но еще раз повторяюсь, опять этот сезон у нас скомканный. Там Смирнов, да, покинул нашу команду. Там, то есть, да, я сломан. Еще у нас потери есть, кто-то там уехал там своим каким-то причинам семейным. И все это сказалось, накопилось в один большой ком, да, и вот оно выстреливает, что здесь нам где-то не хватает, здесь нам где-то не хватает. Поэтому я считаю, что в первой тройке мы, ну, должны быть, но при данных обстоятельствах не имеем что-либо. Хорошо, Андрей, спасибо. Поправляйся, ждем на поле. Спасибо.